Какой маленький у тебя экранчик, почему мы не помещаемся? Мы 27-го уезжаем. Не факт. Мы еще никого не отпустили домой. Да, но нас не отпускают. Вкусно. А, ну и балабол сейчас. Такая красивая в маске. Мы сидим на эфире у Юли. Так что это, заходите. На страницу. Мы чуть-чуть, да. Чуть-чуть, на чуть-чуть зашли, потому что будем сейчас перебираться в другой город. Вот. И поэтому там... Она живая. Мы сидим на эфире. Дети? Играются. Спасибо. Так, вот хочу. А что, все в одну эту выплевать? Да, это выплевать. А я куда, по-моему, пойду? Курочка. А-а-а. Курочка, муточка. Курочка у вас. Муточка. С легкими костями. Да. Мяско вкусное. Это под мокрым ел. Да, у меня сейчас слюни. Обтекусь слюнями. Да давай уже садить уже. Все. Уже. Ты что? Вот это попробуй. Вот это попробуй. Вот тут пару кусочков осталось. Вот. Вот это возьми, это глина, которую тебе говорю, очень вкусно, бархат. Я пробовала глину бархат. Вот, наверное, вот, это башкирская? Да. Вот это она есть. Она очень вкусная. А знаешь, какая из нее паста? Просто да? Очень. У меня нежная. Просто маленький кусочек был. Да, очень нежная. Она прям такая. М-м. Она? Угу. Да. Исполнить. Это я вижу. Сохраним. Угу. Тебе вон написали. Смотрите. Пробовала глину. Да нет, мы сейчас хотели распаковать, мы не успеем просто распаковать. Даже сейчас уже муж приедет, и мы соберемся да поедем. Хочется ребятам показать еще Абрау Дюрсо. Если что, завтра спеку. Сегодня у нас путешествие было на вулкан. Мы немножко времени подрасчитали. Как я люблю глину здесь. Угу. 63 килограмма стоит за один раз. За кокона. Угу. Башкирский глин. Да, лучше расскажи, как мы ее забирали. Угу. Ай, момент. Какой Натальи? Сука, Наталья. Как вы вообще снюхались? Нормально пахнет. Подойдет. Мы познакомились вот в Инстаграме. В лагере, да? Да, в лагере в прошлом году. Может быть, я что-то писала? Юля, типа, срекламируй меня, что ты меня не замечаешь. Нет, это была шутка. Да, и с лагеря начали общаться. Если Аня держит тебя в заложниках, ты подбегни. Вот ты эту глину попробуй. Что ты мел ешь? Мел дома поешь. Вот глину попробуй. Я просто не любительница глин. А, не любительница? Ты не любишь глин? Они же залипают. А ты наоборот думал, что ли, между глину? Ну ты ешь, ну ладно. Ну это вкусно, да, глина была? Да. Угу. Я вот про нее говорила, она еще какая-то крупинчатая, прям такая крупинка у нее прикольная. Привет, привет.
Первый раз, да, вот так. Угу. Две малоежки вместе. Угу. Вообще огонь. Ты чайку сделала? Я прям прямо шесть, а зубы свои. А это тоже башкирская? Ну вот у меня были они. Ну такая была тоже. Это все, это меня Оксана из области у меня. Это... Возжирить, кажется. Наталья? Какая Наталья? Я забыла тебе сказать, меня Наташа зовут. А-а-а. А я подумала. Где потеряли Наталью? Классно, видите? Все вместе. Вас вместе. А вас, я думаю, все, может, еще... Может, еще куда-нибудь. Может, мы не видим, но там Наталья стоит. Не, у меня был такой прикол. Я уже не помню, с чего начиналось, но типа, кто мне сейчас спрашивает, типа, без души грызёшь, тогда я поворачиваюсь, говорю, Наталья, зачем вы без души грызёте? И этот прикол пошёл. А Наталья с вами, говорю, с нами. А Наталья глотает, я говорю, Наталья глотает, я нет. Ну и вот шутка, шутка, и получилось, что Наташа стала моим. Да, это про твою подружку говорит. А, да, это, да, это, значит, как у детей бывает, этот, друзья? Воображаемые друзья? Вот это, да. Наталья — это мой воображаемый друг, который глотает и с душой грызет. Как дела, Зурик? Нормально. Вот я тоже попробую. И вот, да. Тоже. А это они не скрипят. А это что? А это тут... вот это, кстати, Сюрлюкова. Или Сюрлюкова. Мягенькие. Я уже нарубала и уже не подписала. Не знаю, что это. Будешь шербет? Угу. Ты ела вообще? Угу. Ну, он у тебя сильный. Угу, пластина была. Блин, мне отправили пластину, а пришла, все поломано. Угу. Здесь в кабине. Теобалда. Это еще кто? Кто? Теобалда. Может, тебе балда? Мы просто на солнце перегрелись и там плохо соображаем. Пишите раздельно. Члены раздельно. Дабл хруст какой-то. Да. На. Белгород. Это кто? Ой, я не пробовал, кстати, Белгород. Да? Я его обожаю. О, какой. Тебе идет белая помада, кстати. Да, в загорелом лице. Ну, наоборот, круто. Это ассорти, это не Белгород. Это было. Ты дебман. Нет, не дам. Да, ненадолго, мы уже. Послезавтра уже. Не так. А какой пенсионер, что это за мой, по-моему? Какой твердый. Да, видео планирую снимать вместе. Первый раз, да, встретились вот. Почему ты такая загорела, а ты нет? А я всегда бледная. Мне прям вот тут все сгорело. И нос. Я, честно, плохо вижу, что там написано. Я старенькая уже. Мне надо вот глаза выпучивать. Мужья ваши подружились. Да, спились.
Спелись, так сказать. Спелись. Блин, тут столько всего этих. Хочешь попробовать? Хочешь? Да не, я не особо любил. Я просто про то, что мне никогда не хватает вот. Ну как это, мне никогда их не хочется делать. А знаешь сколько мне? Некоторые по 3-4 месяца. Я наделаю и все, и потом забываю, снимаю. Прям... То-то шумит дома, то интернет у меня плохой, то еще что-нибудь я. Коллаб года. Я... Вы хоть чуть-чуть глотаете? Эш пошёл, наверное. Я подписана на вас двоих из Милоежек, и вы вдвоём прям в эфире, это круто. Спасибо. Юля, Аня говорила, что ты не хочешь... Что не хочет вас грузить насчет совместного видео с Русом, потому что вопрос к вам. Снимите видео совместное. Да, я же сказала, снимем. У меня последний эфир был, и каждый, ну, я рада, конечно, спрашивает, вы завтра погрызете? Я говорю, да, Юля, только приедешь, буду сразу человека грузить, давай пойдем снимать видео. Хочется человеку показать, и чтобы человек отдохнул. Я говорю, конечно, как только это, я всегда рада. Впечатление, как вам впечатление друг от друга совпало с ожиданием? Нет, Юля оказалась такой высокой. Она меня обнимала вот так. А все остальное, ну да, какая она в эфирах, такая она и в жизни. Вот. То, что ожидаемо, я не думала, что она такая высокая. Не, я знала, что 1.76 м, ну как бы не. Ну, как бы, ну. Вживую это по-другому смотрится. Особенно с моим ростом. Да все нормально, все совпало, как ожидали, в принципе. Даже лучше, да? Ну, конечно. У нас просто получается очень много общего. У нас дети там одного возраста. Возраста в один месяц рожденные. Мы две девы. Да. И муж у нее такой же за рулем, как и мой муж. Многоговорящий матом. Сколько вам обоим лет? Я старшенькая. Мне 26. Да, Юля. Похоже. Ну тебе когда? 21 сентября. 21 сентября, да. У Юли день рождения, у меня 10 сентября. Мне будет 35. Это слойку. Какая-то десятка разница. Угу. За слойку пробовала? Ну нет. Ну что такое говно? Непонятная она. Она какая-то непонятная вообще. Угу. Растает, какая-то не тает. Как вы познакомились и решили начать снимать видео? Мы познакомились в Инстаграме. Вот. А потом просто мы к Ане приехали отдыхать на море. Через два года после знакомства. Ну да. И все. Я люблю квак. Мята. Как вам Юлин мел? Юлин мел на любителя. Так же, как и Южный берег. Сейчас я прожую. Но у Юлиного мела, ну лично я скажу о своих, да, ощущениях, есть какой-то привкус, у которого нет ни у кого из сортов, да. Я не знаю, как правильно. Может, то, что травы, ну, поле. Но я вот чувствую привкус травянистости. Я лично. Премиум мне понравился. И какой самый грубый? Классик. Классик. Классик мне не зашел. Ну, для меня он грубоват. А премиум и лайт, ну, нормально. Лайт только в мокром виде, а премиум и так, и так. Ну, премиум он такой твёрденький.
Он и правда чем-то так отдаленно, похож на подвисло, но отдаленно, не прям там подвисло. Ну, есть такая плотность, структура. И он реально пахнет, не понимаю, травой. Какой-то такой полем. Знаете, как в поле выходишь после дождя, вот мне вот такой запах. И привкус. Каждому свое. Ну да. Это щербе, да? Угу. Пилиный. У меня, короче, было... У меня тут прислали пластину, щербет. Я такая... Она сломалась. И остался такой хороший квадратик. Я думаю, сейчас отпилю и сделаю из него попыт. Угу. А мел твердый в сухом виде, этот щербет. А я начинаю... Угу. Я начинаю его замачивать, делать из него попыт. И вот так кладу его в воду, а он прям вот так посередине. Класс. Хорять. И треснул. Давай его тебе. Так что без попыта. А как ты бы его сделала? Как ты его собираешь сделать? Просто дырочки повырезать? Ну, вырезать, да, вот это все. Сумасшедшая женщина. Аня, видно, что простая женщина, а Юля видно, что непростая. Хотя это может быть ошибочно. Так ты еще и не простая. А вот не так, а вот не простая. Знаете, когда матом ругается? Ну не хуже, чем этот мальчик. А я вот нимб. Просто Юля моложе меня, и она накрашенная сидит. Ага. А я косметику у мамы забыла, и я не накрашенная, еще и сгоревшая. И кажется, что я такая с огорода. А это, еще нам там написали, что мы сестры, похоже. Думали, что мы сестры. Вам показать рост ее? Да сохраним, сохраним эфир. Да нет, это, конечно, все шутки. Нет, Юля простой человек. Юля высокомерная, написали. Ну, она высока, но не мерная. Какая тут гость, понятно. Какая? Я змею пригрела. А я сейчас тебя тут наплюю и уйду. Нет, вы ошибаетесь. Да мне тоже всякие пишут, что я там... Хотя, угу. Ты что, скажи, может, не будешь доказывать? Это жуй, да. Видите, в казе я больше. Буква Ю. Ую. Какой у вас рост? 176. Да, у нас большая разница в возрасте, да? Ой, в возрасте. В возрасте тоже большая. Прости, просто. В росте. Я старая уже. 20, да, сантиметров рост? У меня 55, у тебя 76. 22 сантиметра. И 10 лет разница. Вы как два кролика. И 10 лет разница. Нет, у меня нет татуажа, не уйдем. Я проверяла на пляже. Мне почему-то в голову пришло сделать себе татуаж на подмышке, татуаж волос на подмышке. А зачем? Нет, я проверяла. Я прям думаю, прикинь, найдется кто-нибудь, кто захочет сделать себе татуаж какое-нибудь именно место волосатого. А ты думаешь, никто это не сделал? По-любому есть. Мы сейчас закончим эфир, загуглим. 100% есть кто-то сделал себе волосы. У Юли айфон, микрофон поэтому не подходит мой к Юлиному айфону. Вы красотки, люблю смотреть ваш эфир. Спасибо. Вот так надо делать, Юля. А ты не горячий, тю-тю. Мы охуенные нам написали. Спасибо. Какое слово жесткое. Ну, правда. Вреда от такого количества мела будет? Будет. Если вы это все съедите. И каждый день, если будете есть, конечно. Не, ну если раз съедите, ничего кроме запора не получите. А так
Если каждый день так есть. А если человек какая-нибудь, не знаю, там, скрытая болезнь, имел его, подтолкнет еще. Не, ну если проблемы с желудком, с кишечником. Угу. Отдых прекрасный, все супер, мы в Витязево. Это под Анапой, рядом с Анапой. Мне комар укусил. Ну, он умер. Уже. Ань, когда будет распаковка? На данный момент мы сегодня не сориентировались по времени, приехали вот недавно, ждем моего мужа с работы, и мы вообще планируем показать ребятам Новороссийск и Абрау-Дюрсо. Вот. Ну, ждем мужа, потому что он буквально может сейчас прямо с удвей сказать, все, поехали, я приехал. Поэтому мы решили вот просто... Вот честно, что было, навалили и грызем. Кого быстрее? Куда? Ты выше. Видите, она меня подгоняет. Вот, и все. И вот коробки мы отодвинули. И думаю, завтра это сделаем. А завтра где-то в обеденное время. Да, нормально распакуем. И тоже есть получится. Ну, наверное, у нас получится. Думаю, все в порядке будет. И зайдем уже глины попробуем. Мы у Ани в гостях. Тебе надо то шаурмой у меня угостить. Какую шаурму? Если не ела шаурму. Какую? Тебе что, не продается шаурма в городе? Продается, конечно. А что ее угощать шаурмой-то? Шаурма везде. Вот если гирос. Гирос ела? Конечно. Это уже везде есть, девочки. А вы у кого, Аня, вы у кого заказывали киргизские глины? Просто я сама из Киргизии, интересно заказчика узнать. Нет, это моя посылка с Оксаной. Киргизские? А это башкирские пришли. Башкирские, Аня, нет киргизских. Киргизские мне еще не пришли. Нет, подождите, киргизские у меня будут, но это не с Киргизии. Или с Киргизии, подожди. Башкирия это есть? Нет, это разные страны, страны, республики. Как правильно говорить? Распаковка, да, будет. Гульбато или кульбато. Все просто по-разному пишут. Вот это чья глина? Башкирская или киргизская? Я понять не имею. Я вообще в них не шарю. Ты про шаурму говорила, что у вас там где-то место очень вкусно там. А. Привет. Ну да, в городе. Привет, привет. Люблю штукатурку. Можно в Иран прислать? Мы не продаем вообще. Тем более штукатурку. Это, наверное, просто я не перевод. Это просто, да. Сыран, по-моему. Будешь слойку? Не, не хочу слойку. Она мне не вдохновила. А тебе слон понравился? Белый слон? Мне тоже не понравился. Ну, не такое прям, чтобы... А, вот это... А! У меня же телефон нет. Сейчас скажу. Позорище. Глина Бишкек. Глина оптом. Бишкек это... Этот. А в Киргизии? Это Таджикистан. Ой, не видно. Короче, страница ВКонтакте называется «Глина Бишкек, глина оптом». А личку мне напишите, я вам пришлю продавца. Нет, Душанбе – это Таджикистан, а Бишкек – это Кыргызстан, да. А вот сейчас мне Амелия Глинки отправила сегодня посылку. 59 килограмм. Блядь. 59 килограмм. А что я заказала там? Господи. Ой, опал, сакура, загадка, булат, лазурит, радуга, ириска. Адуляра, катя. Ну это там, это немножко степучие глины. Я не люблю вообще орские глины. Они красивые, красные, они прям очень яркие. У меня были орские.
Я хочу их дальше в крещеньке делать, или пасты. Я не могу их, короче, они все скрипучие уже. Ну, вот эти вот не сильно скрипучие. Я не все там прям. Я же тоже себе заказывала все, чтобы попробовать. Аня, вот такая сгорела. Ага, ты такая белая. Да у меня же анемия всегда такая. Что ты там мелко кушаешь, Аня? Севрюкова. Севрюкова, как это? Севрюкова. Севрюкова. Он мягкий. А ты тоже отнюдь попробовала? Он как будто жирный прям. А вот это тоже попробовала. Я вот это попробовала. Я их пробовала, вот у меня не были в ассорти, я помню. Ну, и вот эту с розовым, да. Вот если у меня просто нет, я тебя угостила бы бархатом домой. Если тебе где-то попадется, просто пасту попробуй с классическим мелом. Это настолько вкусно. Я прям тебе говорю, я вот сколько перепробовала. А это когда я не сложится. Закончен. А вот когда я ее попробовала в пасте, ну я, у меня был только один сухой сорт, этот безе. Офигеть, я прям офигела, как это вкусно. Реально, как будто пирожное. Нет, мы не распаковывали, у нас времени хватает на распаковку. Мы решили в эфир зайти. Я 13 лет ем мел, а ты сколько? 3 года. Ага. Хоть где-то я младшенькая, хоть где-то. Это я положила в мухлину? А Антошки нету. Что готовите на такое количество людей? Мы в столовой кушаем. Что готовить, да? У нас времени хватает. На готовку. Как ощутить вкус мела? Я не знаю, как вот можно на этот вопрос ответить. Ротом. Ртом. Вот жуете, знаете, вот у колбасы один вкус, а у яблока другой. Вот и у мела. У одного один вкус, а у другого другой. Но многие просто сорта похожие, практически не отличаются. Вот да. И все. Может быть такой баланс, ну, такой чуть меловой или чуть там другого. Пусто. Жирноватый, чем тот мел. Вот есть три вида. Сухой, песочный и жирный. Все. Вот самое такое. И мне опишите. Я такая... Это сухой, побелочный. Все, максимум, что могу сказать. А какой мел имеет вкус после дождя? Угу. Ну, я не знаю, как это. Но есть такой... Знаешь, иногда кусаешь мел, ты думаешь, блин, что такое... Как будто вот прям дождь прошел. Ну, или, ну и бывает такое, что... Я не запоминаю вообще никогда. Я тоже не запоминаю. Ну, не получается. Основные какие-то сорта, которые сюда пробуем, там что-то писали, когда ты снимаешь движение своих губ, это просто что-то. Аня. А что с моими губами? Это комплимент был или что? Да. Я так всегда кушаю. Юля, вы снимаете комнату на время отдыха или на правах полноценных гостей? В смысле гостей? Гостиницу мне моют, подметает. Да, мы отрабатываем, посуду моем. Она же в рабстве у меня. В рабстве. А Юляха у меня в рабстве. Как уральская, я люблю уральскую. А я нет. Где-то мы не сходимся. Пошла развязочка. Выложим на YouTube. Здравствуйте. Привет, Алдай. Найдешь воду? Да. У
тебя муж не офигеет, когда он дверь откроет? Там... Нет. Ты же думаешь, первый раз открывает дверь? Сидим две. Нет, то была одна, а теперь две. Оксана здесь сидела. Может, возможно, что осенью еще один человек приедет ко мне. Ну, не будем загадывать. Вы были подружками? Вызываю под... Вы быстро подружились? Ну, мы, в принципе-то, уже общались, что нам дружиться-то? Мне 35. Ой. Ну, все. Здравствуйте. Аня, сколько вам лет? Я не глотаю мел, поэтому у меня живот не болит от мела. Мне в сентябре 35. Привет. А тебе 26. 27. Тоже хочу к вам. И мы к вам. Где уже это? Комар. Нет комара. Был комар, нет комара. В реанимацию вызывайте, а где комара? Уже поздно. Катафалк. Маска какая-то только на меня включилась почему-то. Сейчас. Подстава. Ой, Анна, посмотрите. Боже, ты тыковки какие-то. Авокадо. Мне кажется, я плачу. Нельзя убрать. Ой. Тоже как я мел сейчас. Классно. Туркестан не новый. Как тебе море? Отлично, супер. Чистое. Чистое, чистое и теплое. Им повезло прям. После шторма к морю почистить хорошо. Нам повезло. Я стырю у тебя кусок. Конечно. Тырь. Спасибо. Угу. Сырков такой песочный. Песочный прям тебе? Кажется. Но вот он мне пришел когда первый раз, давно. Он не был таком. Потом один, второй раз. Я его дальше бокал наберу. И мне нравится. А в мокром виде. Знаешь, какой он пустой? Да. Вот так кажется он, да. Но мне очень понравился. Блин, красный закончился. А у тебя нету красного там в пакете твоем? Есть? У меня кончился. У меня тоже кончился. Первое, что кончился, красный. А какой он вкусный. Угу, вообще нереально. Ну, реально не нашли. У него прям тоже какой-то привкус. У меня, кстати, тоже есть посылка. Нет, не посылка, подарок. Черный такой пакет мне Юля привезла. Угу. Там стоит красавчик. Глина в основном. Угу. Ты с незнакомкой делала, да, чашку? Прям как тесто разместила ее. Да. Но ее надо вообще в таком маленьком количестве воды замачивать, чтобы она именно распалась. А когда будет усилен жидкость, ну вообще ничего не слепит. Она просто вся по всем рукам размазывается, просто размазывается, и ничего из нее не слепит. У меня 21 сентября день рождения. Да сохраним, сохраним эфир. Прямо в душе мне хорошо, как я хотела. Вот, кстати, почему-то я хотела не мела сегодня. А ты? А, пробовала, да? Угу. Вот не такие красивые внутри вообще.
Ну, такая текстура прям прикольная. Угу. Почему не ешь только сам? Там всего нету. Логично? Логично. У меня капля появилась. Туркестан придет мне лично 9 сентября. А я блики заказала. Красота. Вкусно, вкусно. Ты глотаешь меня, я тебя спрашиваю. Нет. Какой же сорт ты ела только что? Это лазурит, глина. Глина была, лазурит. Сохраним, сохраним. Ксюша, у Ксюши сейчас там очень такие свои дела, которые она не может отложить. Если у нее получится, она приедет. Если нет, я ей отправлю, конечно же, в Москву. Я ем мокрый. А вот эти плитки тоже заказывали, они все побились, кроме двух. Спасибо. А на последнем видео разве ты не глотала на ютубе? Смотришь, что ли? Нет. Не глотала, конечно. Это вообще безе, безе с ракушками. Вообще, лучше вообще не глотать. Нет, там просто хорошо вырезан момент выплевания и все. Я без вообще не люблю. Ну, он попросили. Ну, он классно хрустит. Я под микрофон. Девочки, если мне когда что-то захочется, ну, глотнуть. Я это, ну, не делаю на эфире. Я вот такой кусок взяла. И у меня видео тоже не снимала. Да? А когда ты снимаешь видео, садишься? Нет, мы не родственники. 30 раз уже сказать, что эфир сохраним. А когда ты садишься снимать видео, ты снимаешь не одно видео. Ты снимаешь 5-6 для того, чтобы у тебя была возможность, например, когда у тебя нету времени. И... Ну, короче, нету когда времени, просто потом выкладывать по очереди, чтобы и нам хорошо было, и вам хорошо было. Не обидно ждать там видео там 2-3 месяца. И получается, когда ты хрустишь много, куда там глотать, во что там, килограммами схрустываешь. Ой, как так же где закреплять? Прикрепить. Вот, поэтому... Ну, естественно, вы думаете, что мы прям все вымыли из своего рта? Мы же с вами разговариваем, что она глотается, и, естественно, что остатки остаются здесь они. Сколько я раз, естественно, сказала? Много. Много. Вот это лучше, да. Сколько не ели мил. Ты 23-го приехала? 22-го, 23-го. Сегодня 25-го? Ну, за 4 дня я погрызла вот такой кусок. Ну, домой вечером пришла, погрызла.